Всем привет. Значит, ну вот сегодня такая ситуация с батареей произошла. Значит, это дрон на Hapsan Dyna Pro. Он у меня пролежал где-то полгода. Значит, батареи были заряжены правильно, то есть наполовину они были заряжены в режиме хранения, как бы, да. Ничего с ними не должно было произойти. Вот я их зарядил. У меня их две батарейки, обе зарядил и, собственно говоря, решил проверить. Смотрим, да, как батарея садится, вот уровень заряда как падает. Минута в полете, если быть точно, вот здесь минута по в полете, 71% уже остаток. Она очень еще быстро разряжается, особенно при подъемах. Значит, сейчас полетим. Это видео сейчас 2 раза ускорено. Сейчас полетим в спорт режиме, посмотрим на просадку. Я уже понимаю, что возможно резкое отключение в полете батареи. Ну, прям до нуля ее тянуть не буду. Когда уже подсядет, вернусь домой, ну, назад, к точке взлета. И над высокой травой, там рядышком метра полтора такая трава высокая, густая, над ней уже буду резко подниматься, там опускаться, смотреть, что с батареей будет. Не знаю, попробую, конечно, ее позаряжать там еще, да, несколько раз, может быть, как-то там балансир выровняет банки. Если не поможет, еще ее батарейку распаяю, по отдельности каждую банку заряжу. Ну, если это ничего не поможет, тогда все на выброс. Блин, вот казалось бы, да, то есть все было хорошо, отлично они держали. Вот просто полгода, ну, может, чуть больше там месяцев, там 7 батареи пролежали. Они лежали в тепле, не где-то там, то есть в комнатной температуре все нормально. Они не вздулись. Визуально с ними все хорошо. Заряжались они как бы тоже достаточно долго через адаптер. Там порядка там, 1,5-2 часов они заряжались каждая. Значит, уже 53% за 4,5 минуты. Смотрим. Ну, это в спорт режиме. Понятно, что если аккуратненько летать, не поднимаясь там вверх резко, то она подольше бы продержалась. Но мы в таком режиме же не летаем. Вот здесь, поднимаясь чуть повыше, батарея проседает еще сильнее. Сейчас решил вернуться и над травкой уже пробовать сильно ее нагрузить, то есть резким подъемом. Посмотрим, как она выдержит. Я уже видел вещи, вот эти, что происходит, как бы отключение питания в полете. У меня даже на канале есть видео с белым Зина. Он просто в режиме зависания выключил моторы. Все, начинаем подъем. Пока вроде даже батарея как бы держит. И вот резко падает на 6%. И выскакивает табличка, что сейчас включится автоматическая посадка. Ее отменить нельзя. Ну, собственно, и все, возвращаемся. Вот так батарея, то есть продержалась там 7 минут. Сейчас попробуем вторую. У меня есть еще одна. Тоже она заряжена была на 100%. Не знаю, у кого есть какие-то мысли, как это все дело, какие-то способы там по восстановлению там, или как, не знаю, может, одну банку поменять только. Но опять же, остальные тоже не новые, как бы это будет такой разбаланс сильный. Не знаю. Пишите в комментариях, там у кого какие мысли. Все, сажаю сейчас второй аккумулятор. Будем проверять. Ну, по такой же схеме. Отлечу немножко подальше, там в спорт режиме полетаю. Потом, когда начнет сильно проседать, вернусь и также, то есть вверх-вниз здесь понагружаю батарейку. Вот здесь смотрим не за процентами, а на вольтаж батареи. Моментально на вольт она просела. Вот за буквально 30 секунд после взлета. Ну, сейчас вроде чуть подостановилось. 11,7, 11,9.
Это если не давить вверх. Ну все, дальше решил не лететь, потому что вижу, что с батареей не очень хорошо. Возвращаемся. Вот резко 1.1. 11 вольт. Пошла падать. Уже думаю, что вдруг не долечу даже. 10.9. Да, процентов еще показывает много, но по напряжению аккумулятора видно, что уже все. Вот здесь даже выскочила ошибка, что аккумулятор слишком быстро разряжается. Нужно его заменить. Ну что, 11 вольт. Сейчас попробуем резко включить подъем. Высоко не буду подниматься. Здесь рядышком просто вверх-вниз подергаюсь. А то понимаю, что уже эта батарейка еще хуже. Скорее всего, она отключится. Ну что, давим вверх. Ну, вроде выдержала первый подъем. Сейчас пробуем еще раз. Ну, то же самое. Вот 6%. Это, видимо, какая система защиты срабатывает, что ровно на 6% включается, видимо, автопосадка. Ну, в принципе, и все. Идем заряжать. Будем пробовать еще раз. Все, всем пока.